Количество билетов, реализуемых по плоским тарифам, увеличит группа «Аэрофлот». Как сообщает пресс-центр компании, начиная с зимнего сезона 2018-2019 года, силами дочерней авиакомпании «Россия» количество билетов с фиксированной ценой вырастет в среднем на 12%. Воспользоваться плоскими тарифами может любой пассажир, вне зависимости от возраста и региона проживания, отмечают в «Аэрофлоте». Там напомнили, что сейчас плоские тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратном направлении. Тем временем напомним, что «Аэрофлот» передает рейсы по фиксированным тарифам авиакомпании «Россия». Камчатцев это нововведение коснется уже после 9 декабря 2018 года. Летать в столицу и обратно жителям региона придется в менее комфортабельных самолетах, в которых отсутствует бортовая система развлечений. Кстати, на сайте авиаперевозчика есть билеты по плоским тарифам на самолеты «Аэрофлота», начиная с 1 апреля. Вероятно, дальневосточные рейсы отдали авиакомпании «Россия» только на зимний период. Официальных комментариев от «Аэрофлота» на эту тему пока не поступало.